Нужно быть смелым говорить о том, что для тебя важно. И это все. На этом можно было бы закончить и уйти. Нужно быть смелым, говорить и делать то, что для тебя важно. Я никогда не мечтала заниматься тем, чем я занимаюсь. Просто я не могу жить в мире, где люди спят на улице, где людям нечего есть, где людей, таких же, как я и ты, могут назвать бомжами просто за то, что случилось с ними, случилось по нашей вине. Мы сами вовремя ничего не сделали для того, чтобы предотвратить существование той социальной системы, в которой мы живем. Я не могу жить в мире, в котором так много страдания, боли, ненависти, где новые и новые показатели говорят о том, что климатический кризис не предотвратить и ничего с этим не делать, а ученые, пермские ученые в том числе, смеются тебе в лицо. Я не могу так жить, и поэтому я учусь говорить и учусь быть смелой, говорить о том, что для меня важно. Я не создана для того, чтобы упрашивать строителей работать сутками, сидеть в офисе, писать отчеты, спорить и разговаривать с женщинами в возрасте, которые устали, они наделены властью, но ненавидят тебя заранее, и с мужчинами, которые тоже устали, и они настолько разочарованы в жизни, что уже ни во что не верят. По правде говоря, все это меня очень сильно раздражает и выводит из себя. Я должна была стать врачом или дизайнером одежды, но год назад мы открыли дневной центр для людей в беде. Он называется «Территория передышки». Потому что если ты оказался в беде, в Перми, если ты оказался на улице, то у тебя есть несколько вариантов, но ни один из них раньше не включал возможность привести себя в порядок, переодеться, быть в сухости и тепле. У нас в городе есть много реабилитационных центров и рабочих домов. Они, по сути, имитируют тюрьму или рабство. У них висят везде по городу объявления, на которых написано «помощь людям в трудной жизненной ситуации», документы, квартиры, работы. Они дают людям жилье за работу, но на входе люди подписывают бумагу, в которой они пишут, что у них нет претензий, если что-то с ними случится во время пребывания в этом месте. В нашем дневном центре работают девушки, и когда к ним приходит очередной такой вот реабилитационный центр, чтобы познакомиться, они спрашивают: «Скажите честно, вы бьете людей?» А те им отвечают: «Ну, по уху можем дать». В 21 веке. В нашем городе есть религиозные инициативы, которые молятся перед тем, как дать людям еду, ну и предлагают разные способы раскаяться. У нас в городе есть государственный центр социальной адаптации, у нас все не так плохо. В Сан-Франциско на 7 тысяч бездомных мужчин, женщин и детей 16 бесплатных душевых. В Перми одна, наша, в дневном центре. У нас в дневном центре человек может принять душ, постирать вещи, получить одежду, продукты и консультацию социального работника, психолога, юриста. У нас работает 5 человек, и, к сожалению, наверное, это все девушки, самые младшие из них 20. Она администратор, она встречает людей на входе, следит за очередью, отвечает за управление всем дневным центром. Ей 20, блин. Я бы хотела, чтобы она была принцессой в замке, но она каждый день работает с бездомными людьми. У меня самой никогда не было опыта в создании организации социального обслуживания. Я испытывала огромную ответственность в самом начале и была в ужасе от того, что люди вообще могут руководить огромными предприятиями. Я помню, что в самом начале, когда мы поняли, что мы это делаем, наши ребята из команды подходили ко мне и говорили: что будет, в каком порядке, а что будет, если это, в какой момент, а где мы найдем помещение, что если нас не взлюбят соседи, когда произойдет то или иное. И я просто не могла спать, не могла заниматься любовью, ненавидела всех. Потом пришла к своему другу, и он сказал, что на самом деле управлять — это не значит знать все наперед. Это значит, что когда ты управляешь машиной, и ты окажешься на следующем перекрестке, ты будешь знать, что делать, смотря какой свет загорится или смотря, что будет там происходить. Управлять — это не значит все знать наперед. Это мне очень помогло и, может быть, поможет вам тоже. Мне было очень трудно, но сейчас это позади. И я больше не боюсь, что если у меня звонит телефон, это значит, что там что-нибудь взорвалось, кого-нибудь убили, не знаю, сработала пожарная сигнализация или что-нибудь еще страшное. Теперь я знаю, что можно сделать вообще все, что угодно. Нужно просто быть смелым, задавать вопросы, узнавать, как работают подобные вещи в других местах. И нужно делать, несмотря на тот скептицизм, который испытывают люди вокруг, считая себя взрослее и умнее тебя.
По возможности нужно узнать как можно больше о том, что ты хочешь сделать. Нужно посмотреть на чужую практику своими глазами. Мы работаем в формате дневного центра. Это значит, что у нас не приют для бездомных, у нас дневной центр. Мы работаем с 10 до 7 в будние дни, люди к нам приходят. Но если нужно, им это действительно нужно, то мы можем найти место, где им жить, но у нас не приют. И в России раньше не было дневных центров. Сейчас есть еще один, он в Москве, его открыла католическая организация Caritas, но он открылся уже в этом году, чуть позже, чем мы. В Европе эта практика распространена, и мы больше смотрели то, как это работает там, но мы никогда не видели это своими глазами, больше общались и смотрели фотографии. Еще одна такая, наверное, важная вещь, что у меня есть смутное предчувствие, что если я вам сейчас расскажу про средний портрет человека, который к нам приходит, или там бездомного человека, то у вас и сформируется такое представление. А я не хочу формировать ваше представление, поэтому постараюсь этого избежать. Я хочу, чтобы вы сформировали его самостоятельно. Если вы видите человека в беде, бабушку, которая просит милостыню, просто человека, которому, по вашим ощущениям, нужна помощь, просто подойдите и поговорите с ним, это не так уж и страшно. Это то, с чего начинала и я все еще это практикую. Я могу рассказать вам, как это сделать. Если вам совсем страшно, и если вы не знаете, как завязать разговор, нужно просто купить немного продуктов, но лучше немного, потому что если это пожилой человек или человек, который живет на улице, ему просто негде будет их хранить или трудно унести. Это отличный повод для того, чтобы человек почувствовал к вам расположение, а после этого можно у него спросить, а что случилось, почему вы здесь? Нужна ли вам помощь? Получаете ли вы пенсию? Хотите ли вы есть? Нужно ли вам в больницу? Где ваши родственники? Если вам совсем страшно, и вы не знаете, что дальше делать, вы можете просто позвонить нам в дневной центр в рабочее время, и наши замечательные девушки помогут вам сориентироваться. Можно просто распечатать листовку с нашим телефоном и адресом и дать человеку, чтобы он сам добрался. Но если вы просто распечатаете и дадите, не начнете разговаривать с самого начала, скорее всего, человек испугается. Он подумает, что это очередной реабилитационный центр или трудовой дом, который хочет взять его в рабство. Все люди, с которыми мы работаем, они очень разные. Мне очень сложно их определить в какую-то единую социальную группу. Сказать, что они все алкоголики, попрошайки, грязные, враждебные, можно, глядя только очень издалека. Нам чаще всего кажется, что их опыт почти невозможно соотнести со своей жизнью. Некоторые люди, мне кажется, у них может быть какая-то сниженная способность к сопротивлению трудностям. У других психические заболевания и проблемы, которые усугубляются, чем больше времени они остаются забытыми и незаметными. Другие выросли в депрессивных городах, у них никогда не было примера того, что может быть по-другому. В Кизеле, в Губахе очень много людей, которые к нам приходят, они приезжают оттуда, потому что там у них единственное жилье, какой-нибудь разрушающийся дом, и здесь они пытаются хоть как-то перебиться случайными заработками. Многие выросли в детском доме, у нас есть, например, мальчик, я пошла все-таки в пример, у нас есть мальчик, который из неблагополучной семьи, и он еще в детстве... 14 лет у него была маленькая судимость за кражу, но все еще это влияет на его историю, его не берут на работу. Все это, все эти истории, психические заболевания, трудное детство, депрессивные города, все это не является причиной лишать людей поддержки. Они такие же люди, как и мы. Сегодня к нам в дневной центр привезли мужчину из Карагая. Ему 58. Он жил там в разрушенном доме. Он еще не пенсионного возраста, он не инвалид, но работать он уже не может. Его дети отказались от него. Этот человек, возможно, это какой-то особый случай, и сложно что-то по нему судить, но по вашему мнению, насколько легко найти работу, когда ты ее потерял в таком возрасте, когда ты ее потерял даже в возрасте 40+, и когда у тебя подорвано здоровье? А если у тебя съемное жилье, то уже через месяц нужно будет его освободить. Наш сосед по даче, уже пожилой мужчина, у него пару лет назад умерла жена. Он очень хороший, работящий, обычный человек, и он почувствовал себя очень растерянным. Недавно он пришел к моей маме и рассказал, что в автобусе у него украли сумку с документами. Он уже подал заявление в полицию, но плакал и говорил: «Надя, я бомж». Зачем мы выращиваем в себе такой страх перед людьми, которые попали в беду, перед бумагами, перед ведомствами?
Зачем ведомства выращивают нас такой страх? Часто бывает история, когда наши сотрудники в дневном центре, они идут с кем-нибудь восстанавливать документы. Обычно мы стараемся сделать так, чтобы если человек потерял паспорт, он сделал бы это сам. Ну, наш принцип это такой, чтобы человек сам это делал. И очень часто бывает так, что через тонкую перегородку в миграционном ведомстве слышно все, что там происходит. В одном кабинете сидит человек в беде, который пришел с нашим социальным работником, а в другом тот, кто один. И если человек в беде приходит с нашим социальным работником, с ним разговаривают уважительно, и документы ему восстанавливают. А если он приходит один, то на него кричат и отправляют домой, даже если он уже оплатил государственную пошлину. Еще очень короткий, может быть, пример по поводу того, что когда мы стали этим заниматься, оказалось, что много людей могут найти в себе какую-то эмпатию и возможность отнести опыт человека на улице, человека в беде со своим опытом. Люди стали мне об этом писать, но вообще даже есть такой хэштег, он называется «Ночь на улице». В смысле, как интернет-акция, да? Например, одна девушка рассказала, что она зимой поругалась со своим молодым человеком и целый день гуляла по улице и поняла, что это достаточно тяжело. Не знаю, вчера был первый снег, я промочила ноги, и я думала о том, что вот бы мне целый день ходить и еще всю ночь, где я могу просушиться, ведь негде. Или другая девушка рассказывала, что она летела на отпуск, в отпуск в другую страну, и когда она летела, она поняла, что бронь в том месте, где она забронировала гостиницу, ну, снята, там какая-то оказалась мошенническая ситуация или что-то еще, но, в общем, у нее не забронировалось жилье, и что она сейчас прилетит в чужое место, и ей совершенно негде будет жить. И рядом с ней сидел в самолете человек, они разговорились, и у них была такая у обоих сложная ситуация взаимного такого доверия и недоверия. Что ты за человек? Безопасно ли будет у тебя переночевать? Безопасно ли пустить тебя к себе в дом? В результате у них все сложилось хорошо, но это пример того, как это может почувствовать каждый из нас. Есть даже такой термин, он называется радикальное гостеприимство, когда ты просто пытаешься быть дружелюбнее ко всему, что вокруг тебя. И можно даже, если вы не готовы сейчас заговорить с человеком, можно просто с ним поздороваться, улыбнуться ему, просто встретиться глазами, это будет первый шаг к тому, чтобы ну, как-то все вокруг сделать более теплым и открывающим объятием. Мне кажется, что самое важное во всем, что я говорю, это то, что до сих пор мы работаем как в формате дневного центра уже год, но до сих пор каждый раз, когда я проезжаю мимо человека, который сегодня явно не ночевал на улице, все внутри меня сжимается. И я понимаю, что наша работа еще далеко не окончена. Спасибо.